Ребята, хочу сделать салат. Салат бюджетный. Я его уже делала когда-то. А сейчас вот как-то с Лешком договорились, что Леша говорит, давно мы не делали салат наш. Вот. Поэтому купили роллтон. Салат получается очень дешевым, но бесподобно вкусным. Вот такой вот. Кто пробовал, тот уже знает. Значит, что нам понадобится? Для начала мне надо замочить желтый. Замочить нашу вермишельку. Ой, надо было ее поломать. Ну ладно, я ее так поломаю. Так, вот такими кусочками. Ой. Вот эту вот ерунду можно не ложить. Здесь самые основные ядохимикаты. Поэтому можно не ложить. Но если вы хотите, иногда можно, да, употребить бульон домашний. Мама дорогая, что вы говорите? Бульон домашний. Ладно, положу одну. Раз домашний. Так, масло. Масло нам не обязательно, да? Зачем? Ладно. Все, это сейчас по мне вот так вот. Так проще. И что? И заливаем наши вермишельки эти кипяточком. Ну, как обычно, да? Как обычно для супчика. Я думаю, все пробовали роллтон. Так, водички. Так вот. Не очень много. Потому что надо, чтобы вся водичка впиталась. Чтобы они у нас были сухенькие. Вот пускай постоят. Сколько там им положено по рецепту? Минут 5, да? Вот. И тогда впитается вся водичка, и мы их вынесем в холодное место, чтобы они остывали. Все. Вермишелька наша готова. Воды в ней там нет уже, она сухая. Она полностью сухая. И уже готова к употреблению. Сейчас ее надо просто остудить. Я ее вынесу туда на терраску, там у меня холодно. Она остынет. Потом будем делать дальше. Ну что, пока остывает наша вермишелька там, хочу сделать майонез. Майонез я уже давно не покупаю и уже не раз показывала, как его делать, но все равно я знаю, что многие из вас его покупают. Хотя его очень просто сделать, буквально 2 минуты, ребята, 2 минуты. Что надо? Сейчас вот быстренько сделаем. Нам надо 2 яйца, сделаю на 2 яйца, немножко может останется. Но уйдет все равно, куда-нибудь уйдет. Так, 2 яйца. Дальше, чайная ложка сахара. Сейчас пока сыпучая. Ну, такую я вот чуть с горкой ввожу.
положу. Соли. В общем, вы кладете все на свой вкус. Вот по чайной на 2 яйца у меня идет чайная ложка сахара, чайная ложка соли, чайная ложка горчицы. Ой, если она у меня тут... А, ну будет. Будет. Остатки. Ну, вот такая вот ложка, видите. Это помыть. Вот так. И столовая ложка лимонного сока. Но у меня сока нет лимонного, поэтому сделаю с уксусом. Хотя у меня есть яблочный уксус. Вот. А чё ж я? Вот такой вот уксус. Это домашний. Это еще прошлогодний у меня уксус. Он стоит у меня в холодильнике. Вот. Я делала сама. Как же пахнет, ребята. А какой он вкусный. Он не такой кислый, как обычный уксус. Но он такой вкусный. Обалдеть. Вот в этом году, вот, вернее, еще пока в следующем году будет у нас много яблок. Сделаю много. Вот смотрите, он стоит уже у меня, вот считай, больше года. И ничего с ним не случается. Я вот немножко, у меня было две баночки. Я использую его редко, вот так вот. Ну, куда там, в салат там или куда. Но это ж, это божественно просто. Чуть-чуть еще. Потому что он не такой, не настолько кислый, как вот этот вот 9% уксус. А уксус мы с вами сделаем потом, когда будут яблоки. Осенью, следующей осенью. Вот. Ну что. И это все нам надо взбить. Нам понадобится еще масло. Масло сколько возьмет? От масла зависит жирность майонеза и густота. Чем больше масла, тем гуще майонез и жирнее. Вот. Масло у меня есть оливковое. Но, если честно, мне его жалко на майонез тратить, оливковое масло. Поэтому буду делать из обычного. А вы вот просто наблюдайте. Я не буду отключать камеру. Да и незачем. Сейчас просто вот одна минута, и все готово. Просто уберу звук, чтобы не шумело. Все, майонез готов. Вот такой вот. Больше не хочу, лить будет сильно густо и сильно жирно. Да какой же майонез, ребята? Это же майонез, это домашний. Вот у меня даже на домашних яйцах, а? Угу. Ой, масло лучше брать рафинированное, потому что если сделаете из нерафинированного масла, то будет вкус подсолнечного масла. Ну, или берите оливковое. Так, все. Значит, у нас все готово для... сейчас я... Ну-ка. У меня... Мне надо вот это вот отсюда убрать.
хочу сказать, миксером даже не пробуйте, миксером не получится. Я раньше тоже думала, миксером запросто. Возьму и сделаю. Ага, нифига. Это вам придется взбивать очень долго и очень нудно. И бедный миксер, я ему не завидую. Так, все. Ой, вкусно. Так, наша вермишель. Вот, она уже остыла. Так, мне нужна посудина. Салата делаю много, ну как много, вот на 3 пачки, потому что Лёшка его любит. На ужин просто один салат. Все, у него больше ничего. Так. Макароны. Надо натереть еще морковку. Тру морковку на корейской терочке. Опять выручает меня вот эта вот терочка замечательная. Вообще замечательная. Вот. Так, чесночок. Чесночок нам понадобится, но его пока в сторону. Сейчас натираем морковку. Четких пропорций у меня нет. Просто кладу столько, сколько считаю нужным. Вот 3 морковки таких средних я потерла. Так. Морковка. Дальше у нас идет кукуруза. Добавляем кукурузу. Так, чесночок. Чесночка у меня будет много. Пускай будет много. Я люблю, когда много. Вот. Ребята, а вы на свой вкус. И добавляем наш майонез. Это вот все ингредиенты. Вермишелька, морковка, кукуруза, чеснок и майонез. Все. Положу побольше. Макарончики впитают еще в себя майонезик. Сейчас. Размешаю, а потом посмотрим. Может, еще добавим, а может и нет. Так, чесночок нам сейчас не надо вот так вот с майонезиком, а потом уже со всем салатом. Все, еще надо. Положу-ка я весь, да и не буду заморачиваться. Будет жирненько. Вот
так, салат я не солю, потому что майонез подсоленный. Этого и хватит. Все, ребята. Обалдеть, какой салат. Конечно, он постоит. Он впитает вот это все, чесночный майонезик в себя, и морковка, и макарончики наши, вермишелька. Вот, и это же будет просто чудно. Он, ну, ай. Попробуем. Просто вкуснятина. Три пачки вермишельки по 18 рублей, 54 рубля. И банка горошка, по-моему, 56. Ну, что-то в этом диапазоне. 100 рублей. Майонез у меня свой. Но даже если вы купите майонез, ну, морковку еще, я не думаю, что это так дорого. Салат очень бюджетный и вкусный. Салат мы такой делали в кафешке, и он у нас назывался бистро. Салат бистро. Ребята, а как же здорово на улице. Там вон солнышко. Тепло. Телефон показывает плюс один, на градуснике плюс два. Вот. Тепло, хорошо, но скользко. Гляньте, лед блестит вон. Лед кругом. Даже не знаю, как ходить. Боюсь даже с крыльца уходить. Лёшика нет до сих пор. Я уже все переделала. Лёшик на рыбалке. Что? С нами Варька, Митяй. Лиска. Ну что, попробую сейчас. Что ж стоять? Ой, скользко. Нет, лучше я сяду, да посижу на лавке, потому что страшно. Уже пора Илюшку прийти, уже обедать пора. Ну, подождем его тут, посидим. Там солнышко. Весна. Вот он где, Барбос. Димон, а где ты был? Они у соседей в сараях сидят. Мышей ловят там. Дома всех переловили, да? Пришел наш любвеобильный. Ой, как же здорово. Кто там? Кто там, Лиза? Варька погнала уже. Погнала Варя. Лёшек идет. Так, Димон подтянулся. Димон следом побежал. Встречает Лёшика. Лиза не встречает. Митяй, 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 давай, 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 давай. Беги, беги. Митяй следом пошел. А этот боится, я же его называю по имени, боится и здесь прощелкать, и там упустить. И не знает, что ему делать. То ли бежать встречать, то ли здесь оставаться. Ну, раз больше никто не зовет, побежал. Так, сейчас посмотрим, что там Лешек поймал. Солнышко, солнышко.
Сейчас Лёшек придет, расскажет, что там у него на рыбалке. Бегут, бегут. Хвостатые. В три морды. Ну что там, Лёшек? Сейчас скажешь, ничего. Что там? Ну, этот вытащил. Опять щучку вытащил? Да. На кило с лишним. На кило с лишним? Тот, кто и прошлый раз вытащил, ага, да? Ага. Вот везучий он, ты смотри, а. Из семи одна сработала. А, из семи жерлиц одна, да? Ну да. Блин, а у меня двух ни одной. Ой, ой. Голодающие, блин. Да проявите вы. Вообще клево нет. Тот уже удочку грызет. Уйди, Митяй. Давай, давай, быстрее. Вон. Так, получили все по норам. Убежали. О, есть что погрызть. Тут там, а тут там под лавкой. А травы нету. Нету. Плохо. Плохо, да? Да, у тебя всегда плохо. Ну, сейчас вот только поймал три рыбки. Вот это три и все, больше нет. А так ничего не было вообще. Да? Сколько дырок насверлили. Все. Все. Все, ребят, все. Все, этот глотнул уже. А, что ему? Ну да. Ну он долго там сидел. Я думаю, что ж там торчит такое. Димка ждал, ага, да? Да. А больше нету. Он видит, ты опять в сумку полез. Нет, это. Хорошего понемножку. Варька, ну, растягивает удовольствие. По-моему, подморозило. Да нет. Нет, а что я там замерз? Да, что ты думаешь, подморозило? Такое впечатление. Ну да, вроде вот на льду воды нет. Да, да? Такое впечатление, что немножко подморозило. Ну, с крыши капает. Что-то Варя, наверное, мышей наелась, что ли. Ой! Митяй, Митяй, еще хочет. А может, он сидел, Димка там, мышей стерег. А может, и мышей стерег. Может быть, да, потому что долго, смотрю, что такое сидит. Мышку хотел. А, нет, нет. Все, Митяй, ребят, все. Хватит, праздник кончился. Пойдем. Привет всем, ребят. Ну да, ты же не здоровался сегодня, да? Привет, привет всем. Плохо клюет. Все. Наш Лёшек идет. А-а-а. Да? Как пахнет. Да? Ага. Что там лапушка наготовила? А-а-а. Я голодный, как 100 китайцев. Как 100 китайцев? Сейчас все съем. Блин, такой запах классный. Ой. Раздевайся, разувайся. Будем обедать. Давай. Что? Иди раздевайся. Раздеваться значит нет, она уйдет. Что, Лёшик? А? Да. Да. Хлеб курям. Сейчас Лёшек увидит, что у нас тут есть. Как классно, ребят, придешь с улицы, а тут запах пирожков. Давай, давай.